exactos de los sufis. Если есть вопросы, задавайте. Да нет, вопросов. Значит, да? Мне ужасно не нравится. Что это? Это не вот, видите, вот если вы задали вопрос, мы вам ответили. Это вот просто сейчас там. Это не жилые. А вот это райончик, это как бы предлагает мозг архитектуры как одно из решений на обсуждение. То есть это тенденция, она, в принципе, она на Западе сейчас, это закрытые, так сказать, кварталы. Я вот что-то такое подобное видела, где маршала Жукова, там прям окна в окна. Очень мерзопакостно. Очень трудно так судить, да, потому что правильно ли здесь масштабы соблюдены. Предполагалось, что это для безопасности, для того, чтобы там не ставили машины. Например, чужие не заезжали туда, и не заходили люди. То есть, возможно, это некая выделенная территория, да, территория для дома. Для дома. Это один из вариантов, ну вот там. Есть открытые, есть закрытые, да. Это на обсуждение, то есть как вот мы, как вы выразили свою точку зрения, вам не нравится, да? Мне кто-то сказал. Квартиру очень не понравилось. Квартиры тоже это примерные, все пишут, что не понравилось. Ну, здесь я вам хочу сказать, что середина половинка на половинку. Да, кому-то нравится. Кому-то нравится. Однушки всем не нравятся. Всем нравится. Ну, однушки мне нравятся всем, а другие нравятся. Поэтому и выставлено, чтобы, так сказать, узнать мнение жителей, что не нравится, почему не нравится. И не просто так не нравится. Такие огромные. Там негде поставить холодильник. Даже вот поставили, ну, дерево, они поставили холодильник, тогда в какую-то. Сразу видно, что холодильника места нет. Не факт, не факт, я вам хочу сказать, не факт. Я вам еще раз говорю, что на Западе очень такое распространено, такой метод.